Городской телеканал стал лидером сентябрьского рейтинга среди телевизионных каналов. Наша телекомпания возрастной категории 10-45 оставила позади федеральных и региональных коллег. Таковы официальные данные международной исследовательской группы Gallup Media. Новый сезон нашего сетевого партнера СТС, стартовавший 7 сентября, вывел ГТ на вершину рейтинга в регионе. Лидирующую позицию заняла и информационная программа «Новости города». Телевизионный сезон стартовал лишь месяц назад, а потому впереди еще много неожиданных проектов и новых сериалов. Об этом рассказала исполнительный директор СТС Валентина Красных. Каким планировался, таким и получился. Удачным, тут вы не согласитесь, я человек, верю в приметы, поэтому боюсь спугнуть удачу, потому что все получилось так, как планировали. Мы зашли с 4 сериалами, последний из «Магикян», «Воронины», «Кухня», «Лондонград». Все сериалы получили высокие цифры, но «Кухня» остается лидером в своем там слоте до сих пор, поэтому все хорошо. И я думаю, что это такой, знаете, был как трамплин, мы теперь только вверх подпрыгнем, потому что у нас впереди еще куча новых проектов. Это сериалы «Как я стал русским», «Мамочки», много программ, поэтому я вот обращаюсь ко всем зрителям Ярославля, которые нас так поддерживают, у нас очень высокие цифры Ярославля. Оставайтесь с нами, а мы вас не обманем.